мы прекрасно понимаем, и во многих фильмах, во многих рассказах мы знаем привоз. Привоз многокультурной, многонациональной торговли, но также есть такое, наверное, закоренелое чувство, это стихийная торговля возле привоза. После большого проекта благоустройства, капитального ремонта улицы и Новощепного ряда, и водопроводной, и сейчас улицы Екатерининской, мы столкнулись с тем, что под явлением предпринимателей, и почему я говорю явлением, потому что оказывается ни один из этих людей, которые там кричат, что мы предприниматели, не является предпринимателем, не платит налоги, не заключает договора с городом, а просто выходит на проезжую часть и торгует цветами. Так что, уважаемые одесситы и гости нашего города, то, что мы там наводим порядок, это логично. То, что сегодня малый и средний бизнес будет размещен в альтернативных торговых площадях, мы это пообещали и мы выполняем. Стихийной торговли на этих территориях, которые уже, наверное, десятилетиями там были, мы уберем.